И всем привет, ребята, вы на канале Санишка Играем Вместе. И сегодня мы вместе с вами продолжаем играть в игру Симулятор Пчеловода. Как вы видите, я нахожусь на самой высокой точке карты. Давайте-ка посмотрим. Вот здесь находится звезда. Видите, как красиво. А пришел, ребята, я сюда не случайно. Сейчас я буду открывать 11-й подарок на этой карте. Этот подарок мне стал доступен после того, как я выполнил квест у Стикбага. Как вы помните из моего прошлого видео, я, значит, сделал шапочки для нимф Стикбага. Вот, видите, у меня сейчас, например, 16 токенов. А эти токены можно собирать вместе, и у вас будет до 250 этих токенов. И они будут активны в течение 8 часов. И будут прибавлять вам разные, делать бафы разные. Так, ну что ж, ребята, посмотрели. Теперь давайте полетим вот сюда, где у нас располагается 11-й подарок. Вот так вот аж мы упали с самой высоты. Значит, ребята, попасть сюда еще не так просто. На самом-то деле, не так просто. Видите, нам нужно по этим черным жемчужинам перебраться вон туда, к 11-му подарку. Может быть, с первого раза у меня не получится, но смотрите, здесь нужно прыгать через один или через два жемчужинки. Раз. Теперь берем через одну. Вот, видите? Уже не получилось, ребята. Давайте пробовать еще. Чтобы добраться до этого подарка, придется потратить немножечко времени. А может быть, и немножечко. Давайте попробуем. По крайней мере, я сюда еще ни разу, ребята, не запрыгивал. Вот, ребята, смотрите, мне это удалось. Какие красивые жемчужины. По крайней мере, мне хочется так думать, что это жемчужины. И давайте откроем. Видите, у нас эта коробочка. Давайте ее откроем. Смотрите, ребята, мифическое яйцо. Потом зельки. Давайте посмотрим. Одно мистическое или мифическое яйцо. 15 пряничных медведей. Ребята, 15. Давайте промотаем. 10 красных экстрактов, 10 голубых экстрактов, 15 пряничных медведей, 10 пепер поушен, это зелье. Давайте посмотрим, что тут у нас. Где все это богатство в инвентаре? Смотрите, действительно 10 зелек, которые вам на 1,25 увеличивают вместимость на 15 минут и делают бусты красной пыльцы и голубой пыльцы. Так, что еще тут есть? Вот у меня 63 медведя прибавилось. И, ребята, яйцо. Давайте посмотрим коллекцию из моих яиц в пчеловоде. Золотое яйцо. Бриллиантовое. Мифик яйцо. И одаренное серебряное яйцо. Ребята, я вот скоро соберу уже всю коллекцию. А вы, ребята, чтобы это не пропустить, обязательно подпишитесь на наш канал. Так, обратно. Ну что ж, попробуем обратно. Вот, ребята, смотрите, вам лайфхак. Перепрыгивать через одну, либо через две жемчужинки. И тогда вы обязательно попадете и доберетесь до этой коробочки.
Она, ребята, самая, пожалуй, сложная, которую можно только найти. Так, ну что ж, ребята, а вам, если понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и всем пока!